история с красной сидушкой потихонечку подходит к концу. Мне, конечно, очень нравится красное сиденье на этом мопеде. Но дело в том, что у меня еще один есть мопед, он красного цвета. И там очень уже сидушка износилась. И я вот думал, хорошо, делать сидушку на красный мопед, который я не особо люблю, это как бы так, ну, не хотелось бы тратить деньги на это дело. А вот на моем мопеде, видите, коты. Я их, конечно, очень люблю, но вот что они сделали с этой сидухой, мне это совсем не нравится. Поэтому мной было принято решение вот эту сидуху перекинуть на красный мопед. Ну, вы помните, многие советовали так сделать. Ну, а на этот мопед мне сделают коричневое сиденье. Я вам обязательно покажу, что из этого выйдет. Таким образом, у меня будет на этом мопеде новое сиденье, коричневое, хотя я, честно говоря, не знаю, как оно. Но оно должно быть, конечно, очень круто, потому что вот такой цвет Тиффани, он как раз лучше всего гармонирует с коричневым классическим цветом таким, более в рыжий. Да, но, знаете, я не знаю почему, но есть во мне такая цыганщина немного. Поэтому, конечно, нравятся мне такие яркие вещи. Я бы еще и золотой сюда поставил, золотую сидуху поставил, если бы мог. Вот. Но придется, видимо, быть изысканным, судя по всему. Сделают мне коричневую сидуху, буду здесь ездить на коричневой, ну а красную, да, я уже сказал, что переставлю на красный. Значит, буду меньше цыганом, буду больше изысканным. Да, красная сидуха, конечно, классно смотрится, ярко. Ну, глянем. Если не понравится, то поменяю обратно. Цена вопроса 700 гривен. 700 гривен на данный момент это, ну, там, 15-17 долларов. Вот, но зато новая сидуха. Очень оперативно человек перешел сиденье. Он обещал, что сделает это за сутки, а сделал это буквально, я не знаю, за 4 часа. Так, за 4 часа он перешил. Уже скинул мне фотографию. Получилось неплохо. Вот. Сейчас поедем и поставим новое сиденье. Так, что я еще хотел сказать? А, по колесу. Видите, я уже езжу. То есть все нормально с колесом, но почему? Дело в том, что я переставил колесо с красного мопеда на этот мопед. А красный мопед теперь стоит в гараже. И буду уже искать колесо на него. Он, видишь, он такой более выраженный именно. То есть, ну, да. Кубики прощупываются. Короче, все, теперь у меня недорогое будет заменено на дорогое. Объяснимо, это все недолговечное. То есть это, ну, как бы, оно офигенно, поди же, пожалуйста. Оно офигенно стильно все смотрится, но, к сожалению, с ним нужно, ну, аккуратно, потому что... Ну, это, конечно, не при свете дня, да? Ночью. Обязательно покажу вам еще завтра, как оно смотрится днем. Пишите в комментариях, какая сидуха вам нравилась больше. Красная или коричневая? Ну, по фэншую, конечно же, коричневая здесь должна быть. Она более в ретро-стиле. Вот, но не знаю. Мне нравятся яркие вот такие вот акценты, поэтому... Красная мне как-то, наверное, больше нравилась. Ну, может, привыкну к этой. Посмотрим. Ну, вот так вот выглядит сейчас мой мопед-скутер. Посмотрите, какая сидуха. При дневном свете. В общем, неплохо. Пишите, кому что нравится больше, красная или коричневая. Ну а я поехал в новый день. Сегодня у нас уже 12 августа.
скоро будет середина лета, ой, середина последнего месяца. Это ужасно. Ну а вам всего хорошего. До новых встреч и до нового видео. Подписывайтесь.